Добрый день, дорогие друзья. Ютуб-канал «Шнеевос Борис» продолжает цикл передач под лозунгом «В здоровом теле здоровый дух». И сегодня мы опять ведем трансляцию с катка парка Горького. 17 декабря, 11:00. И прямая трансляция с катка парка Горького. Вот большой круг. Большой круг парка Горького. Видим радостные лица, веселые крики катающихся на коньках москвичей и гостей столицы. Сегодня, как вы видите, погода настоящая, зимняя, можно сказать, зимняя сказка. Идет снег, ну, достаточно тепло, температура воздуха где-то не опускается ниже -5. Вот сейчас мы выехали на центральную аллею. Вот большое количество катающихся заезжают в ларьки, чтобы выпить чашечку горячего чая или кофе, скушать какой-нибудь гамбургер, чизбургер, ну или, как говорится в фильме «Криминальное чтиво», «Лё Биг Мак», кому как нравится. Сегодня здесь много народу, несмотря на то, что мы наше катание начали сегодня в 10 утра. Уже в 10 было достаточно много катающихся. Сейчас уже 11:00, и народу очень много. Но очень веселая атмосфера на катке. И неважно, умеете вы кататься на коньках или нет, или, может, даже если вам это не нравится, приезжайте сюда, в парк Горького, берите на прокат коньки, и вы получите очень большое удовольствие. Тем более, что сейчас маршрут движения в этом парке Горького, он стал еще более интересен, чем в прошлом году. Сейчас здесь залили часть набережной Москва-реки, и можно кататься, получается, на коньках прямо по набережной, что очень интересно. Но мы сейчас этот участок еще покажем вам. Ну, вот сейчас мы выехали. Да, участок катка, который находится на набережной Москва-реки. Вот, видно, что по левую руку от меня там дома, которые находятся на той стороне Москва-реки. Там вот сзади, за моей спиной, здание Министерства обороны с различными скульптурными композициями. Ну, а сейчас мы развернемся и проедем этот участок обратно. Да, вот сейчас повернем. Вот за моей спиной павильон номер 2, которым тоже можно переодеться и коньки одеть. А вот, подъедем поближе к краю бортика. Вот стоят плавучие рестораны Редисон, Роял Москва. Один кораблик, плавучий ресторан стоит, и второй кораблик, плавучий ресторан. Но Москва-река сейчас уже взялась льдом, так можно сказать.
и поэтому навигация приостановлена, я так понял. А вот на той стороне вот мы видим, здание Министерства обороны, несколько больших корпусов. Флаг развивается российский. Да, вот такая вот картина сегодня зимней Москвы. Если посмотреть в ту сторону, вот вчера, глядя за Крымский мост, мы видели контуры храма Христа Спасителя, но сегодня его не видно из-за того, что идет снег. Но вот такая прекрасная живописная картина. Павильон номер 6 впереди для переодевания тоже катающихся. Очень много сегодня москвичей и гостей столицы пришло на каток парка Горького.